Мамонты возвращаются из вымирания. Я не шучу, это ближе, чем ты думаешь. 10 000 лет прошло с тех пор, как они исчезли с лица Земли, и ученые пытаются вернуть их обратно. После 10 лет обсуждений компания ученых Colossal получила финансирование в $15 миллионов. Они собираются возродить мамонтов из ДНК слона. Существа, которые они создадут, будут называться слономамонты. И если все пойдет хорошо, уже через 5 лет мы сможем увидеть живых мамонтов в Арктике.